Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу послать вам беседу своего канала. Ссылка на нее будет в описании. Здесь мы сможем с вами свободно общаться. Я буду отвечать на ваши вопросы, и вы будете знать обо всем всегда первыми. Поэтому, кто еще не с нами, ссылка на беседу есть в описании. Либо можете написать просто в сообщество моего канала, и вам бот даст ссылку на эту беседу. Все, всем желаю приятного просмотра. Всем привет! В этом видео я солю свою мини-сборку, которую я показывал в своей официальной группе ВКонтакте. Это заменка, получается, биты, кейса и рюкзака. В этом видео покажу, как это все установить и скачать, поэтому посмотрите видео от начала и до конца. Но перед этим я покажу, как это все выглядит. Также хотел бы напомнить, что я играю на первом сером Азин Холи Плей. Маник Кирилл Пунбуль, не забывайте вводить маник при регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. За этот промокод вы получите 150 тысяч, если прокачать. Качайтесь до 10 уровня. Мой промокод можно вводить на любом сервере Machine Holy Play. Также не забывайте подписываться на канал. Давайте постараемся скорее добить 15 тысяч подписчиков. Все, желаю вам приятного просмотра. Ну что ж, перед тем, как получается показывать вам, как установить и скачать эту мини-сборку, я покажу вам вообще, что это за сборка. В этой сборке заменены три вещи. Это получается кейс, рюкзак и получается бита. И заменена бита. Бита заменена на гитару, я вам сейчас это все покажу. Это такая мини-сборка, я не стал вам впихивать полностью свой модпак. Я просто покажу, как по отдельности это все установить. Потому что, возможно, кому-то не нужна бита, возможно, кому-то не нужен рюкзак, либо кейсик. Поэтому вы сможете просто установить то, что вам нужно. Итак, вот такой вот кейсик, я думаю, вам его видно. Вот он так вот выглядит. Это кейсик, получается, Adidas. Ну, как бы это не кейсик, это сумка Adidas, пацаны. Как бы я решил поставить себе заменку, потому что, ну, обычный кейс просто-напросто надоел. А вот такая сумочка Adidas довольно-таки прикольно смотрится и тебе приятно так бегать. Вот, вы с ней вот так вот ходите. Бегать, конечно, неудобно, потому что, когда вы бежите, вам она в ебальник так типа бьет. Но так, в принципе, сумочка довольно-таки прикольная и мне она очень даже нравится. Давайте теперь покажу вам рюкзак, ну а потом уже покажу вам, в принципе, заменку биты, то есть бита на гитару. Кстати, для тех, кто не знает, покажу, как, типа, убирать рюкзак и ставить кейсик. Вот, включить рюкзак нажимаем, и получается у нас кейс пропадает, и получается у нас вот такой вот рюкзак. А рюкзак я тоже заменил, потому что обычный рюкзак получается черно желтый, то есть сам рюкзак был желтый, вот этот, точнее, вот значок был желтый, а сам рюкзак был черный. Я нашел тоже такой же рюкзак, только здесь вот белый логотип и красный рюкзак. Он как-то выделяется, мне он больше нравится, чем черно-желтый, поэтому я решил себе вот такой вот рюкзак поставить. Как бы вот такая вот прикольная заменка. Давайте теперь покажу вам гитару. Если что, пацаны, гитара это бита. Вот, пишем Mac и Gun, и здесь получается у нас вот бита, 14 пункт. Создаем ее, и вот такая вот у нас получается гитара. Давайте я вам покажу. Вот так вот она выглядит. До этого была у меня другая гитара, там белая, но она не такая качественная, поэтому я решил поставить вот такую вот прикольную гитару. Мне она очень даже нравится. Довольно-таки прикольно смотрится, даже вот с рюкзаком и с гитарой. Да, типа, вы не сможете гитару за спину положить. Не, типа, можно обдраться, типа, гитарой кому-то по ебальничку бить. Я думаю, это довольно-таки прикольно. Блок там ставить тоже можно гитарой. Ну, я думаю, вы все это знаете, понимаете. Вот такая вот гитара. Мне она на самом деле очень даже нравится. Еще гитары нам один не добавили, поэтому, как бы, вместо биты у нас будет вот такая вот гитара. А если что, пацаны, эта сборка подходит именно для Мазинга. Почему именно для Мазинга? Потому что не на всех проектах есть кейс, рюкзак и бита, как бы. Ну, не везде ее можно взять. А вот здесь у нас, получается, есть рюкзак, кейс и бита. Как бы, можем убрать кейс и взять рюкзак. Убрать рюкзак и взять кейс. И можем спокойно себе сделать биту. Ну что ж, теперь пришло время вам показать, как это все скачать и установить. Погнали! Ну что ж, теперь давайте я вам покажу, как это все установить. Я залил эту сборку, получается, на Яндекс.Диск и Google.Диск. Обе ссылки будут в описании, если что, под видео. Поэтому смотрим описание. Там есть две ссылки, пацаны, на ту же одну сборку. Просто, возможно, кто-то не сможет скачать с Яндекс.Диска. Возможно, кто-то не сможет скачать с Google.Диска. Поэтому я залил и туда, и туда. Короче, это все понятно. Вот, я залил, получается, на Яндекс.Диск. Точнее, вот Google.Диск, получается, я залил вот эта сборка. И залил, получается, на Яндекс.Диск. Вот эта сборка здесь тоже есть, в принципе. Просто я оставляю ссылки, вы заходите, скачиваете. Весь это очень мало, даже мегабайт.
гигабайта это не весит, поэтому все, пацаны, нормально. Все, это я все убираю. Вот, вы скачали сборку, допустим. Давайте я зайду в загрузки. Вот, загрузки. Это вот я с Яндекса сборку скачал, это с Гугла скачал. Вот, давайте заходим, допустим, с Яндекса. Между ними разницы никакой нету. Вот. Зашли в сборку. При установке этой сборки маленькой мультиплеер и игра должны быть выключены. Понимаете? Если игра и мультиплеер будут включены, вы не сможете установить эту сборку. Все, вот, получается, вы скачали сборку, открываете, вот, здесь есть установщик. В первую очередь вы открываете вот этот установщик. Если что, это просто GTA Crazy, пацаны. Такая вот программа, вот, вы открываете ее, выбираете вот здесь, и она у вас вот так вот открывается. Это мы пока что закрываем, оставляем, получается, только вот это. И здесь, получается, мы нажимаем вот эту папочку «Открыть». И здесь мы выбираем вот. Здесь мы выбираем наш диск, на котором установлена у нас игра. Вот, диск C у меня, это геймер. И вот, GTA Crazy Россия. Открываем эту папочку, нажимаем Multiplayer C, открываем папку Custom и убираем модпака Mozinga. Вот, MPARP пак. Это, если что, модпака Mozinga, и нажимаем просто-напросто открыть. Что теперь мы делаем? Теперь, получается, мы открываем папку обратно с нашей сборкой. Вот, сборочка, открываем папку, и здесь у нас есть, вот, рюкзак, кейс, бита. А можете установить все, либо установите то, что вам именно нужно. Вот, рюкзак, как бы я это все подписал, поэтому вы не запутаетесь, если что. Что вы теперь делаете? Вы теперь просто берете напросто и выбираете то, что вам нужно. Вот, допустим, рюкзак, и переносите это на рабочий стол. Вот, я переношу на рабочий стол. Что мы теперь делаем? Мы нажимаем вот такую вот кнопочку «Правка», выбираем «Добавить заменой», и здесь выбираем, получается, рабочий стол. И вот эти два файла мы вот так вот выделяем, получается. Можно по одному, можно два сразу, вот. И нажимаем просто-напросто «Открыть». Все, у нас оно заменилось. Допустим, вы заменили там вот, кейс мы заменили, точнее, рюкзак. Теперь кейс. Делаем все то же самое, вот, перекидываю на рабочий стол, потом открываем «Правка», «Добавить заменой», и выбираем вот, получается, у нас рюкзак есть, вот, вот. Открываем, все, открыли, заменили. Также делаем с остальными, все, вот, обратно, назад нажимаем, бита, вот, тоже два файла, вот, перемещаем вот сюда на рабочий стол, чтобы вам было удобнее. Это уже можно закрыть, получается. «Добавить заменой», выбираем вот, бита, и нажимаем просто «Открыть». Все, после этого просто закрываете, получается, программу установщик, и вот, заходите себе в игру, и можете спокойно заходить, как бы, играть. Я думаю, это все понятно. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Повторюсь, я играю на первом сервере Amazon Holy Play, мой промокод есть в описании, мой ник также есть в описании. Все ссылки есть в описании, пацаны, две ссылки там будут на сборку, Яндекс Диск и Google Диск. Все, всем спасибо и всем пока-пока.